Что делает машинист? Что? Все, мы уже дома. Яр, подожди, пожалуйста. Ой, мы сейчас налью пить, мы, правда, уже поздно очень пришли. Мы пошли почти уже в 10 часов. Ну вот, Эмилька приготовила сама нам, она умничка у меня. Просто золото. А, картошка. Ну, это я сейчас уже просто положила. Здесь лук. Мы были у бабы, да. Эмилия была уже дома здесь. Она, что надо было, там, мол, Яра не кушали у бабы, мы ничего. Мы даже чай не пили, не знаю. Столько времени провозились с этим совсем. Вот, пока мы решили договориться. Короче, здесь рыбка, она получается как в таком вот, знаете, у нее вкус такой, как прям консерва, потушенная помидор. Яр, пожалуйста, подожди. Морковка, лук, много так, и рыбка. Сейчас я просто здесь положила, я ему почищу, переложу. Сегодня отхожу, отправил, поем, потому что мы, получается, еще днем как пошли, столько не ели. А мы купили красные рыбки. Вот, порезали на всех. Это сейчас ящик доедать еще со мной. И здесь она мне салат порезала. Тоже здесь айсберг, помидоры, огурцы. Просто уже в кастрюльку, чтобы побыстрее. Потому что мы сказали, мы идем, мы уже не успеваем. И чтобы поздно совсем не было. Сейчас будешь рыбку всю кушать. И поэтому, ну, то есть она уже так это в кастрюльке. Как есть, так есть. Самое главное, что есть еда вкусно. Они уже все начали кушать. Сейчас мы здесь с Яськой тоже поедим. Покормили, лекарства уже дали Яське. Так что вот такой у нас ужин. Ну, в принципе, рыбка вкусная получилась. Посмотрю, потом если что расскажу. Угу, и отдыхай, да. Картошка тоже вареная, все хорошо. Да, ну я еще искупала Яську. Потому что уже волосы грязные, уже потный был. Пошли помылся, сейчас уже... У нас так, да, мы сначала, кстати, мы сначала купаем, а потом уже кладу спать. И я поем намного быстрее, чем Ярик, подскажу. Ну подожди, молчи, я сейчас ты объясни, что. Глотай слюни, и что? Очень что? Тяжело? Время? Болела рука? Что-то я тебя сама не понимаю, я так уже ты про бабу сейчас рассказала? Билеты, бабе, господи, я про другое совсем думаю и не пойму, поэтому не соображу, к чему он говорит, что бабе билеты. Мы выбирали билеты, да, я поняла. Давай кушать уже время, уже все поели, мы только мы сидим с тобой. Давай, быстрее кушать. Что? На кругу. На кругу? На кухне? На кругу. На телефоне? Что на телефоне? Ну ты вот предложением говори, тогда понятно. Когда ты одним словом, тяжело понять, я поняла. Все. Ты выбрали билет? Определились как-то что-то? Не губы. Ну, определились. А куда баба едет вообще? Какой город? Калини. Не Калинь, Новосибирск. На. Калини. Новосибирск. Тяжело, но ничего, ладненько, получится. Высякая. Угу. Всем приятного аппетита. Начинаем кушать, давай. Всем приятного аппетита. Говори, что ты сказала. Я выключила камеру уже. Ну? Ольга. Не, ну ты что рассказал? Очень. Вниз? А, вот так и сделать. Я тебя показываю, тебя снимаю.
Очень голодный. Очень голодный. Ты включай кончик, нам хочешь еще? Очень голодный. Хорошо. Наверное, это твой рай. Искать его отражение в предметах черного цвета и слышать в голосе май. Наверное, это твой рай. В лучах оконного света так близко кажется небо, когда глаза цвета рай. И хорошо, что он не знает про такую, как ты, что в мечтах твоих ванильные снежинки зима, а под шагами босоногими метели и лед. Он больше никогда из мыслей твоих не уйдет. Тебе не стыдно закричать о том, что это любовь? Его слова на 3 минуты так прожгли твою кровь. Ты продолжаешь повторять себе, что все хорошо, но понимаешь, он ведь нужен, нужен еще. Наверное, это твой рай. Бродит, срывая букеты, так их спасая от ветра, и врач, что дарит цветы. Конечно, если б не он, ты не встречала бы рассветы твоей холодной планеты, в которой делят мосты. И хорошо, что он не знает про такую, как ты, что в мечтах твоих ванильные снежинки зима, а под шагами босоногими метели и лед. Он больше никогда из мыслей твоих не уйдет. Тебе не стыдно закричать о том, что это любовь? Его слова на 3 минуты так прожгли твою кровь. Ты продолжаешь повторять себе, что все хорошо, но понимаешь, он ведь нужен, нужен еще. Это твой рай. Искать его отражение в предметах черного цвета и слышать в голосе май. Наверное, это твой рай. В лучах оконного света так близко кажется небо, когда глаза... Я вышла. Ну, неохота, когда я думаю, мне еще такая сейчас вот лень, матушка, мне неохота прям вот ни стрижки делать, ничего. Всем привет, но я не знаю, не помню. Мы сегодня делали, что-то снимали. Или ничего не снимали. Включился свет. На подъезде. Пойду прогуляюсь. Ну, мне нравится прогуливаться. То есть, как бы мне писали как-то девчонки, что почему ты идешь по магазинам. А я люблю, честно, для меня шопинг это... Вообще как-то успокаивает. Мне даже в Баку было. Я, знаете, как ходила, могла там вот в секонд-хенд пойти. Какой-то такой, да, вот, где поковыряться, там что-то посмотреть, попримерять. Меня это... Ого, кондиционирование, наверное, греют. Короче, меня, в принципе, это очень сильно так вот успокаивало, вот расслабляет магазины, ходьба. Также и вот здесь вот пойти в магазины, сходить, что-то купить. Сейчас я перейду через переход. Поэтому, ну, это мое, в принципе, мне нравится. Все слышно? Оставила Эмильку с Яськой. Они что попросили, там надо сырки. Сырки у нас очень быстро съедаются. В общем, пошла и погулять немножко. Целый день так
Я вот, честно, выходные всегда стараюсь поживать, как-то раньше у меня было все подряд. И, честно говоря, у ребенка не было дня недели, как бы понятия. Я так поняла, когда, что у него нету где-то когда выходные, где понедельник, где вторник. То есть он это не понимал, не оценивал. Сейчас у нас суббота, как полноценная, если отца нету, так это вообще у нас такой, знаете, у нас день тюлень бывает. Мы просто общаемся. Вот сейчас Альяра, кстати, сел сам читать. Плохо, хорошо, но что-то там, вау. Сейчас Эмилия сидит, читает. А днем, правда, я полдня потратила на монтаж ролика. Ну, уже вы его, конечно, давно увидели, где я фотографировала этот, где мне стрижку делали, эмилирование. Вот. А потом мы сидели еще бабуля с билетами. Короче говоря, это целая такая, знаете, у нас проволочка. Уже третьи сутки идет. Андрей, конечно, истерит. Сейчас я зайду, наверное, куплю, на обратном пути буду идти и расскажу. Ну, для вас это будет час почти. Сейчас посмотрю, мне надо вот так. Потом в пятерочку. В общем, я вышла из магазина. Еще 3000 сразу. Ну, что там? Апельсины. Конфеты. Правда, шампунь взяла для волос себе. Взяла там всякие. Потому что сильно лезут. Прям вот я вроде бы сделала эмилирование и все. И все равно волосы прям лезут. Ужасно. Буду их сейчас пытаться реанимировать. Ну, в общем, смысл в чем? Что я просидела сегодня еще полдня. Вчера мы целый день бабули провели. А сегодня я провела еще полдня за раскладом, проверяя бабулины вот эти. Ну, то есть выписала все, чтобы там же оно, чтобы совпало, чтобы была возможность. То есть мне надо пересадка с одного поезда на второй поезд. Ну, а в итоге мне позвонили. Говорю, вот так и так, на какой берем? Ну, типа, чтобы передние места лучше, не 33. Она дает по голосу, что туалет. Я говорю, слушай, давайте лучше сюда, с этой стороны. Здесь будет туалет и питание, да, грубо говоря. Можно будет чай попить, хоть не по через весь вагон идти. Она мне отвечает, я передумала, там, в общем, какие-то у нее свои обстоятельства, по которым теперь она не едет. Ну, в общем-то, это, в принципе, ее, конечно, выбор. Я не могу ничего здесь воздействовать. Сказать за или против, это не мое решение. Как-то, знаете, я для себя решила, что я в эти все вещи уже больше никуда не лезу и никогда никого не провоцирую, ничего не спрашиваю. В общем-то, понимаете, как бы... То есть, ну, как бы человек должен каждый свой принимать свое решение. Какие у него на это мотивы? Почему она сейчас уже пожилая, конечно. Андрей был с самого изначала так. Он говорит, мам, ты сможешь? Ну, типа, я тебе могу, конечно, я тебя отвезу, да. Москвы, но тебе пешком-то все равно самой идти. Типа, ладно, я сумку тащу, а остальное это все тебе самой. Ну вот, потом мы решили через Воронеж все-таки, чтобы она в Воронеже вылезла, там ее встретят, посадят, потом там 4 часа и дальше ехать. Ну, в общем, я не знаю, она сейчас сказала, что я говорю, так что, в принципе, я готова, я всегда выкуплю, куплю, вот, ну, оформлю, все сделаю. Ну, конечно, за вас принять решение, ехать или нет, я не могу. Это ваше состояние здоровья, ваши силы, ваши возможности. Можешь ты, не можешь, хочешь, не хочешь. Ну, понимаю, 76 лет, она уже как-то побаивается, говорит, что все-таки тяжело. Там придется вдруг помогать работать. Она-то у нас уже давно сидит так туда, в принципе. О, сколько, Ярик родился, так она вообще мы ее с работы тогда сняли, забрали. Она уже сказали, что давай дома сиди, не работай вообще. А потом, как бы, больше она ничего. С Ярой она никогда так не гуляла никуда. Ну, то есть, как бы, человек живет в своем режиме. А когда ехать куда-то и жить под тем режимом, конечно, это очень сложно. В общем, не знаю. Так что, ладно, я захожу. Не забывай, больше водички, да? Голуби красивые. Да. О, фонтаны уже пошли. Вообще, самые это... Фонтаны, смотри, вообще классно. Ну, вообще замечательно. Все, мы поехали за шлемом бабули. Голуби вон вообще. Сколько их. Аккуратно, не задави голубя. Это не будет мига. Давай. А?
вот если она вылез из угла, не выкипать, все кровью. Я пальцем. Позови тетю. Что это называют? Папа с мамой выпили, и ему надо же там. Ты скажешь, тимпуешь ребенка. Если что, водой пойти, вот эти вот. Ну. Быстро. Мы идем к этому, как говорит, идем к этому тоже смене. Пока не получается, быстро, ну ничего получится. Быстро глюкозы хватит. Ай, я понял. Дома уже. И у нас опять Бен. Но волосы, кстати, у меня очень классные, но просто получается, знаете, я пока пойду, хожу, у меня сейчас очень бывает часто потоотделение, и поэтому, когда девчонки написали, там, что спасибо огромное всем, кто сказал, что хорошо, все, мне тоже очень нравится, я тише, просто, конечно, каждодневные укладки у меня не получается, во-первых,
Я купила себе расчесочку, но пока еще не купила себе фен. Когда я себе куплю фен, я все-таки осилю это. Яр, не кричи там, пожалуйста, и я буду укладываться 100% постоянно, пока в таком режиме. Когда у меня останется свободные возможности, грубо говоря, для покупки фена. У нас есть фен, но он очень слабый, это который раньше совсем-совсем с каких годов. Это еще у меня с молодости такие были, 800, как расчески все. Но это сейчас тема не об этом, а о том, что мы сейчас приготовили рис. И пока я болтала, он немножко пригорел, но не знаю, вроде я пригасила права. Я, пожалуйста, курицу. Курица, она такая вся желтая из-за... Яр, пожалуйста, не кричи. Яр, пожалуйста, потише. Яр, Яра, ты меня слышишь? Яр, я с тобой разговариваю со стенкой. Я поняла. Ну, тогда я пойду отдыхать, а стенка пускай сама тебя кормит, кладет спать. Да? Яр. Пожалуйста, да, выключи звук и дай мне поговорить 2 минутки. Вообще выйди с этого. Тебе дурные игры какие-то. Давай заканчивай, играй что-нибудь нормальное. В общем-то, я положила сейчас рис. Я почищу еще ножку. И мы сделали крабовый салат. Здесь картошка. Ну, как бы классика крабового салата. Морковка, крабовые палочки, лук. И что еще? Кукуруза. В принципе, все. Больше ничего такого. Чаек. Ну, ты помогала. Я сейчас сказала, что вы делали, да. Ну, я сказала, мы сделали, да. Но это делал папа с Яриком. Я только заправила. Так что мы сейчас кушать. И потихоньку уже тоже будем отдыхать. Завтра школа, занятия, завтра понедельник. Ура, ура, ура. Последняя неделя у нас... Нет, вообще-то это не ура, 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 другое. У меня просто, как мне говорил психолог, слишком... Хорошо, Яр, и Мария. Голову сегодня не помыли. Вчера мыли, но через день моешь, и все равно. По воскресеньям бы помыть. Но сегодня у нас немножко такой день был затяжной. Мы сначала с Яриком на занятия съездили, потом мне надо было с Эмилией уехать, мы уехали, потом мы вернулись, и мы собрались, покормила я Ярика, и мы пошли к бабуле. В общем, сегодня она опять решила, что она едет, сейчас надо будет еще сесть, мне билеты, все-таки она хочет ехать. В общем, у нее такое вот все раздумье, то она едет, то не еду, еду. Скажите ваше мнение, скажите, как можно говорить мнение, за решать за взрослого человека, да? Я считаю, здесь вообще неуместно какие-то советы. Хорошо, Яр, поэтому мы пошли, там посидели, немножко забрали вот Ярика шлема, поговорили, пообщались с ней насчет поездки, всего, всех ее страхов. Ну, в общем, не знаю, посмотрим. Сказала, бери. А там, не знаю, посмотрим, что это, как все это будет. Потому что, в принципе, мы и не против. Андрей, как бы, как против. Она говорит, что мне тяжело, я не доеду. А мне очень трудно. Андрей говорит, ну, если тебе трудно, зачем ты сама себя насилуешь? Зачем вообще ехать, да? Сядь, отдыхай, сиди. Смысл, да, вот. Ну, типа, вроде как надо, хочу. Типа, как, ну, все-таки уже в возрасте, что надо, хочется. А то вдруг потом вообще никогда не увидимся. Ну, в общем... Все с этой серии, поэтому сказать, что нет, не езжай, мы не можем. То есть, как бы, да, сказать, что типа нет, сиди дома. И езжай сказать, как можно сказать, давай езжай, если ты себя чувствуешь плохо, смысл, да, куда езжай. Вот так вот, так что посмотрим, не знаю. Так, пока остановились на том, что теперь езжай, теперь едет. Теперь я буду покупать билеты. Я потом все сижу, собираю в одну кучку, все выравниваю, все выписываю. Только у меня остается, чтобы вот оставить документы и сделать заказ. Я не еду. Посмотрим, какой это раз будет. Ладно, мы кушать и потихоньку отдыхать. Я еще много времени потратила, сейчас разговаривала со своим куратором, со нашего фонда, потому что тоже надо. У нас праздник сейчас, и надо всех подключать по возможности. Праздник будет ко дню защиты детей. Ну, угомонись. А потом я говорю, Андрей, он говорит, да ты там почти час разговаривал. Я даже не обратила внимания, просто пока одно, второе, третье, пока все обсудишь. Я даже не знаю, сколько. Мне казалось, что очень мало разговаривал. Он говорит, да ты шо? Ты, говорит, столько говорила. Ну, с 9, да, почти до 10. 28 минут, 6 минут,
Что же он говорит, что я прям... 28 и 6, 34, еще 8, ну 42, ну ладно, он прям всего 42 минуты разговаривали, а он прям, о, ты там целый час, ну 42 минуты, это не так много, когда есть что обсудить, о чем поговорить, да? Вот так вот, ладно, Яр, давай, кушаем, так что все, кто кушает, всем приятного аппетита. Салат в мисочке. Все очень просто, скромно. Потом переложу в холодильник. В холодильнике место есть. Периодически его разбираю. Ну не делай кулаки. Зачем ты кулаки? Яр. Яра. Бай-яй. Что? Обманула баба. Почему баба обманула? Не едет. Не едет? Кого она обманула? Вроде она никого не обманывала. Я передумала. Теперь я не еду. А, еду, а теперь не еду. Глотай слюни. Слюни глотай. А вот это звуки зачем? А ты берешь кушать, идешь? Иди купи. Пойду куплю, хорошо. Я баба. Звуки зачем лишние? Молодец, ты хорошо разговариваешь, только лишние звуки не издавай. Все, не, давай, хватит. Давай, нам еще завтра в школу собираться. Кушай давай. Да, потихоньку будем укладываться туда. Иди, садиться, убираться. Давай, все, потом отключаемся, потому что надо дела дальше делать. Потому что я что-то вообще хотела что-то рассказать, но как всегда в итоге... Все ракасы заказывают, разговор заканчивается нашей кухней. Когда из мыслей твоих не уйдет, тебе не стыдно закричать о том, что это любовь. Его слова на три минуты так прожгли твою кровь. Ты продолжаешь повторять себе, что все хорошо. Но понимаешь, он ведь нужен. Нужен еще. Наверное, это твой рай. Бродить, срывая букет.